Париж. Нахожусь на выставке отельного бизнеса. Ну, тут представлена кухня. Я снимаю ролик для кухни. Кому интересно. Большая выставка. Тут три зала больших ангара. И в каждом ангаре что-то представлено. Сейчас я нахожусь там, где кухня. Ну и так как я готовлю, естественно, я интересуюсь разными приборами, гаджетами. Я добыла себе пригласительную бесплатно, хотя вход платный. Я нашла код, промоцион, так сказать, со скидкой. Ну и получалось, взяла бесплатно пригласительную. Здесь представлены все виды посуды для первого, второго, десертов. Ну, в общем, все, что у нас есть на кухне. Какая красота, какая ляпота. Здесь часто представлены абсолютно новые модели у некоторых фирм, которые представляют всего лишь первый раз на этой выставке. Сервировка французского стола. Жаль, что они не дают никаких презентов в виде каких-нибудь кухонных принадлежностей, каких-то гаджетов. Потому что на других салонах они кучу всяких финтифлюшек раздают. Гаджеты для электроники. Здесь больше выставочный такой вариант. Но можно заказать и купить. Я думаю, мое видео может быть интересно тем, кто занимается кухней, как я. Кухонные блогеры, кулинарные. Досочки керамические. Как мне сказали, здесь можно и для ресторанов тоже, не только для гостиниц. В общем, тут разные направления. Но главное, это новые тенденции в кулинарии, в кухне. Аксессуары и керамика тут представлена. Интересные ложечки. Вчера прибежала сюда, но у меня не было приглашения. Приглашение стоит денег. Я порылась в интернете и нашла бесплатно приглашение для себя. Сегодня пришла. Хотела завтра пойти, но завтра у нас бастует, все метро будет стоять, поэтому сегодня один день еще посмотреть эту выставку. Вот мой бейджик. Экип отель. Наталья Таманюк, блогер. Какая классная посуда, красивая. На любой выбор и вкус. Я сделаю, наверное, пару роликов. Очень большой ангар, здесь помещение. Салон делится на три части. Сейчас я нахожусь там, где кухня. Но для меня это самое интересное в данный момент. У нас опять жарит 16 градусов, как в июне месяце. Я на предыдущем салоне в соседнем павильоне прихватила веер, потому что дышать нечем. Вот кролика. И как на каждом салоне, здесь есть интересные какие-то компании, средненькие, ну и совсем простенькие.
Но есть идеи интересные очень. И сервировка попадается очень красивая. Люблю красивую посуду. Милана. От кухонных принадлежностей идем в сторону там, где кормят. Это тоже не менее интересно. Маленький ролик закончу. И пойду в часть, где кормят. Посмотрим, может, там что-то интересное есть. Соли и перца. Можно попробовать на телефоне. Thank you.